Все-таки бросил и забил! Это первый гол! Вот почему он так радуется. Да, вроде бы 4-0, но это первый гол Фредерика Классена в континентальной хоккейной лиге. Так скажем, шансов у Сочи немного. И сейчас их становится просто меньше. Потому что первая смена. Отличный момент Классену создали. Но не самый такой атакующий защитник. Я думаю, что шансов на то, что в большинстве мы его увидим даже после этой заброшенной шайбы, немного. Но, тем не менее, Шмидт воспользовался здорово, может, поэтому так и обрадовался. Кроме того, что первая заброшенная шайба в континентальной хоккейной лиге еще и нечастое событие. Как правило,